Всем привет, чувачки, с вами Мил Скелл и Оля. Привет. И сегодня я снимаю челлендж «Нащупал». Основная задача – это мне с закрытыми глазами угадывать, что находится на тарелке. Я попросил Олю, чтобы она мне сделала полный трэш, поэтому... Готовьтесь. А то, что я приготовил Оле, и она угадывала так же, как и я, вы можете посмотреть по ссылке в описании. Но мы начинаем. Хочу посоветовать канал Кати. Она снимает яркие, интересные видео и очень старается. Поэтому заходите на ее канал, ставьте лайки, ссылка в описании. У меня сердце колотится, ребят. Я немножечко стесняюсь. Там что-то мертвое, не? Если мертвое, я вас прибью. Чего это было? Точно не живой, точно? Я тебе ничего не буду говорить. Так. Я же реально попросил трэш сделать, я дебил. Она скользкая. Ай, я мужик. Я мужик! Возьми его в руку. Отстань от меня. В чем? А двух там вода. Да че ж это? Это мясо? Это мясо? Нет. Ребята, это мясо? Нет. Чего серый угорает? Серый, не угорай, пожалуйста. Вы больные ублюдки просто. Сильно только не сжимай. Я не знаю, что это. Зачем вода? Для эффекта. Слышь, ты эффектная. Это полотенце? Нет. Это Сережины волосы? Когда бы я разберу у тебя стрить их? Ну ты стригся вот недавно. Мало ли у тебя фетиш такой, знаешь. Все волосы после бритья складывать куда-то. Это растение какое-то. Я не знаю. Честно, вот... Остаешься? Давай, потому что мне кажется, я даже не знаю, что это за продукт. Все, я снимаю. Да, снимай. Это мох? Да. Ну, это было отвратительно. Round 2, fight! Серёга, я тебя сейчас прибью. Опять вода? Стол мокрый. Совсем с ума сошла, я только что уже дотронулся. Вы дебилы! Вы конченые. Да. Вообще не обнадеживает. Просто засунь туда руку. Нет, я сейчас как засуну руку. Не делай так, пожалуйста. Не знаешь, как в пиццерии. Так жук-жук. Сильно не бей. Чего это? Да не бей. Это каша. Нет, фу, это не каша. Вы дебилы. Мне страшно. Это желе? Это опарыши? Да. Да. Твою мать! Вы бы знали, как я опарыши боюсь. Тебе обязательно нужно посмотреть в тарелку. Дебилы, дебилы. Ты еще, знаешь, подкидываешь, а они по столу ползают. И они у нас тут жили? Да. Он ползет. Серж! Это ты меня трогала или большой опарыш? Так, вопрос сразу. Оно не живое? Я тебе ничего не скажу. Если оно живое, ты будешь это кушать. Тут есть вода. Ладно, мне уже страшно, но ты реально сейчас перемогла переборщить. Что ты тут положил? У меня телефон выпал. Ты шибанутая. Честно, ты очень шибанутая. Да. Одно в тарелке, одно на столе. Оно лазит? Ну такое. Боже мой. Чё это? Это лизун. И когда тебе руку так положила, ты так отпрыгнул. Чего ты? Фу. Ладно, чувачки, ну если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Обязательно посмотрите видосик Оли на канале. Там я ей приготовил разное нащупал. Ссылка в описании. Ну а с вами был Мил Скелл. И Оля. Всем пока. Всем удачи, всем пока. Люблю вас, чувачки. Пока.